Доброго дня, мы из Украины. Смотрите, разгоняют почти какие-то координаты наших там зданий, там военные, там легионы, там французские, миллионы войск, куча точек. Как это работает? Бросили, а потом смотрят, как люди в сети обсуждают. Да нет, там никого нету, это бред. Да я ж в магазин Магеллан хожу, какая там, какие там военные. Ну и снимают информацию, записывают. Это первое. Второе, то, что прошло там много дней, 45, там критическая точка, когда люди устают от всякой информации и начинают читать чужие паблики. То есть мы читаем орковские, орки читают наши, то есть этим военные пользуются. Они нам присылают, чтобы мы были заняты, то есть те читают, ну те благодела глубже вникают, что они здесь мудаки и захватчики, и понимают своим мозгом. Ну а мы, то есть, начинаем немного паниковать. Еще кое-какие работы в городе будут происходить, сейчас не надо это обсуждать. То есть это для нас мы делаем, не для них. Всякая агентура у них поменьшего. Сейчас могут черпать только из наших там пабликов то, что мы обсуждаем. Поэтому берегите спокойствие, ничего не происходит, не надо ничего обсуждать. Мы двигаемся по плану.